Лучшие онкологи и трансплантологи из Израиля, Южной Кореи, Великобритании, США и других стран прибыли в Казахстан. В столице стартовала онкологическая неделя. В течение 5 дней эксперты обсудят современные методы диагностики и лечения рака. Меморандум о сотрудничестве уже подписан с узбекскими и французскими специалистами. Саня Кобжасарова знает подробности. Ежегодно в Казахстане выявляют около 40 тысяч новых онкопациентов. Более 13 тысяч из них проигрывают в этой борьбе. Онкология на втором месте в общей статистике смертности. В разрезе регионов в антилидерах Восточно-Казахстанская, Абайская и Павлодарская области чаще казахстанцев сражает рак легких, желудка, толстой и прямой кишки. Эксперты уверены, изменить статистику могло бы посмертное донорство. К примеру, пациентов с опухолями поджелудочной железы в стране ведут только 3 центра. 80% таких больных негодны к операции. Если в год выявляют до 1000 новых случаев, 960 человек умирают. Но в Белоруссии такие пациенты не безнадежны. На онконеделе специалисты из Минска поделятся опытом с казахстанскими коллегами. Используя донорские органы, они меняют пациентам поврежденные сосуды. Когда опухоль, например, поджелудочной железы прорастает в сосуды, и мы не можем это прооперировать, мы не сможем развить эту технологию у нас, потому что у нас не развита эта трупная трансплантация. Мы в год должны выполнять 100 трансплантаций, а мы выполняем 1-2. Если мы начнем выполнять, например, 100 трансплантаций, мы начнем и забирать у доноров вот эти сосуды и спасая эту категорию пациентов, которые сейчас являются неоперабельным. Поэтому трансплантация, она не только спасет жизнь там больных с циррозом, печени, она и поможет развиться и онкологии. До конца года в столице откроет свои двери новый корпус Национального научного онкоцентра. Здесь обещают внедрить уникальные мировые технологии диагностики и лечения. Отечественные специалисты смогут проводить научные исследования. В соседнем Узбекистане тоже строят такой центр. Стороны уже заключили меморандум об обмене опытом. Узбекистан сильно начал развивать медицину, в частности онкологию, последние 5-6 лет. Мы можем похвастаться, что у нас открылись ПЭТ-центры, у нас открылись хосписы, у нас открылись отделения паллиативной помощи. Но это в братском Казахстане было открыто чуть раньше. Хорошо развита хосписная и паллиативная помощь в Казахстане. По поводу нуклеарной медицины, ядерной медицины, у нас ставятся только первые шаги, а в Казахстане уже первые шаги поставлены, и в этом направлении нам есть чего поучиться у наших братьев. Сегодня на онкоучете в нашей стране состоит 205 тысяч человек. По официальным данным, женщины заболевают чаще. Рак молочной железы – самое распространенное онкозаболевание среди казахстанцев. Специалисты призывают к ранней диагностике, в случае некоторых диагнозов даже к вакцинации. У нас в стране такая возможность уже есть вакцинировать подростков, я имею в виду вот девушек наших или девочек, ввести вакцину против вируса, который вызывает рак шейки матки. Это уже реально есть пилотный проект, который уже осуществляет Министерство здравоохранения. Вакцины есть, возможности есть, надо использовать. Международный опыт поможет отечественной медицине расширить подходы в лечении и диагностике, уверены участники конференции. К слову, Минздрав разработал проект по борьбе с онкозаболеваниями на ближайшие 4 года. Сания Кубжасарова, Рустамбек Оспанов, Хабар 24.